Так, полетели на Луну 21 марта 2024 год. Хотелось снять про настройки фотоаппарата. Но очень солнечный день. Просто не видно даже монитора на фотоаппарате. Бликует. Давно очень не было погоды и на годы поснимать. В общем-то, ухватился. Небо дымчатое, сейчас он облачка еще заходит. В общем-то, хотел я поснимать про настройки фотоаппарата Nikon Coolpix 5000, да, то есть у меня сейчас, ну, часто спрашивают именно на какие, в каком режиме снимаю. Я поставил ISO 125, и сейчас один выдержка на 250. Вот я сейчас ее, если увеличу, 1 к 30, то есть у меня просто этой луны не видно, все засвечено. И обратная ситуация. Я когда, вот 1 к 400 сейчас выдержка. Вот один на 1250, видно, насколько темнее становится, да? Ну, то есть один к 8000, у меня даже солнце на закате без фильтров снимаю, когда оно горизонта касается, в принципе. Сегодня вечером еще МКС, Международная космическая станция, будет пролетать. Но посмотрим, облаков и сейчас уже много, я еле-еле лакуну поймал. Да, сейчас закроется облаками наша луна. Ну, в общем-то, и на том спасибо. Вон видно, да? Как подходят облачка. Ладушки, посмотрим, может получится еще поснимать. Но пока хотя бы так, 402 тысячи километров сейчас от нас до Луны, в смысле от Земли до Луны. Ну, при такой освещенности, конечно, максимум приближать смысла нет. Ночью будет поинтересней. Ладушки.